Всем привет! Всем доброго времени суток! С вами Виктория, и сегодня в видео я хочу показать вам некоторые из новинок 12-го каталога 2020 года в компании Faberlic. Всем, кому интересно такое видео, я, конечно же, вас приглашаю к просмотру. Каталог номер 12 будет действовать с 10 по 30 августа включительно. Можно сказать, что это последний каталог уходящего лета. В этом каталоге представлено много интересных новинок. Некоторые я из них заказала. Заказала те, которые мне были интересны, уже протестировала, не так много, но первые впечатления у меня сложились, и сегодня хочу с вами поделиться именно первыми впечатлениями после использования новинок. Ну а те новинки, которых у меня нет, я сделала закладки, обязательно мы с вами обратим на них внимание, посмотрим, и если я что-то упустила из виду, вы тогда меня поправляйте. Итак, давайте с вами листать и смотреть каталог. На первом развороте и первых страницах каталога представлена новая серия по уходу за волосами Ариса. Это Арису, это совместная разработка компании Faberlic и японской компании. И здесь такие ингредиенты, как ферментированная рисовая вода, которая родственна pH кожи головы, содержит витамины, склеивает поврежденные чешуйки и уплотняет волосы. И инозитол из рисовых отрубей, витамин В8, который также обладает возрастной способностью, прекрасно питает волосы и укрепляет волосы. Но это вот так вот здесь у нас заявлено. Я пока не стала приобретать для себя эти новинки, поскольку кто меня давно смотрит, вы знаете, что, ну, наверное, буквально с год примерно я стала применять шампуни других марок, хотя мне шампуни Faberlic очень нравились, то, что давали красивый блеск, пышность, хороший уход волосам, но все-таки у меня был такой небольшой, как бы скажем, побочный эффект, то что больше усиливалось выпадение волос. Все-таки я как-то, когда перешла на другие, оно стало меньше, то есть я как-то это все взаимосвязала. Но, в общем, будет отдельное видео на эту тему. Начала снимать для вас новинки, и получилось очень длинно. В отдельном ролике я вам расскажу свои впечатления, свои причины, то есть искренне с вами поделюсь, и сейчас с вами будем смотреть новинки. В общем, пока я пробовать не стала, хотя очень много хороших уже отзывов, я тоже смотрю YouTube, и много девчонки очень хорошо отзываются об этой серии, и, в общем, первые впечатления у всех довольно-таки приятные. Может быть, я когда-нибудь и попробую, но пока как-то я... В общем, нет у меня пока вот такого желания, необходимости пробовать. Все причины я вам расскажу в отдельном ролике. Если кому-то будет интересно, можете посмотреть. Итак, у нас в этой линейке выйдет питательная серия Сакура для всех типов волос. Вот особенно для сухих и ломких волос. Далее выйдет серия для вьющихся окрашенных после химических процедур. Серия Лотос. Вот так она будет представлена. Очень интересный здесь, я поняла, кавошинг или как-то так называется, что это кондиционер, но он идет и как шампунь для волос. И серия «Вулканический пепел». Эта серия обладает сильнейшим абсорбирующим действием, то есть она убирает все токсины и загрязнения. Вот как у нас был шампунь-эксперт с активированным углем, то есть, ну, наверное, вот по типу этого будет действовать эта линеечка. И вот она в такой красивой коричневой упаковке. Не пробовала, поэтому сказать вам не могу ничего. Если вы попробовали, напишите в комментариях, как вам эта серия. Далее, следующая новинка, которая будет представлена в данном каталоге, это в серии Океанум гидрогелевые патчи для кожи вокруг глаз. В баночке их будет 60 штук. Вы знаете, я очень ждала такие патчи. Я редко пользовалась. И вот от Faberlic у нас такие патчи были в линейке Pralexir. Они мне, в принципе, очень нравились. Неплохие патчи. И поэтому, конечно же, мне хотелось, чтобы вот я смотрела в баночках, показывают, в магазине видела в продаже такие патчи. Здесь патчи представлены в такой же баночке вот темно-зеленого цвета, как и вся линейка Океанум. И это совместная разработка Faberlic и французской лаборатории. Но данные патчи, кому это интересно, они произведены в Китае. Ну, вообще у нас Китай славится этими патчами, поэтому, я думаю, ничего удивительного нет. Может быть, технологии разработки вот добавки и, конечно, нашей компании и лаборатории, но все-таки там производят патчи в основном, поэтому здесь вот на упаковке заявлено, что производство Китай по заказу компании Faberlic. В составе этих патчей есть экстракт
икры, который содержит микроэлементы, минеральные соли, аминокислоты и питательные жирные кислоты, которые вот именно необходимы для нежной кожи вокруг глаз. Также здесь есть актив из красных морских водорослей, оказывает омолаживающее действие, борется с морщинами и пептидный комплекс, который делает кожу более гладкой, молодой и эластичной. Наклеиваются патчи под глазки на 15-20 минут и можно их пройти курсом, использовать ежедневно, там, допустим, либо утром, либо вечером, в общем, как вам удобно. Я воспользовалась один раз этими патчами. Давайте покажу вам коробочку. Вот такая здесь коробочка. В принципе, неплохой состав у этих патчей. И здесь их 60 штучек, и они были в пленочке. То есть, как у нас парфюм приходит, они были заслюдированы, поэтому такие патчи не стыдно подарить. Единственное, что, конечно, цена в каталоге, по-моему, 1299 рублей, не так уж бюджетно. Я хотела заказать со своей скидкой 70%, потом не удержалась. Мне все-таки стало интересно, но у меня еще и моя вот накопительная скидка, которая есть, она действует. Поэтому для меня, в принципе, вышли они в пределах нормальности, нормальной цены, и я не стала ждать и решила заказать, чтобы и вам показать и рассказать об этой новинке. Ну и давайте посмотрим. Очень порадовало то, что здесь в патчах есть специальная ложечка, то есть вы можете, чтобы пальчиками туда, ручками не лазить, подцепить. Вот у меня два использованных, я их не стала выбрасывать. Они хорошо пропитаны специальной жидкостью, вот именно которая работает. Сам патч такого буро-зеленого цвета и немножечко с перламутром. То есть здесь такие перламутровые красивые частички. Ну, наверное, как и во всех патчах. Ну и давайте покажу вам, как выглядят внутри эти патчи. Здесь, конечно, очень порадовало то, что здесь их много, 60 штучек. Вот такая здесь лопаточка. Вот она лежит у нас сверху. Так, сейчас прям приподниму. Я уже пользовалась, немножко, видите, прилипла, потому что, ну, здесь прям хорошая пропитка. Здесь у нас капроновая такая заглушка. И вот сами патчи. То есть я не буду сильно переворачивать, иначе здесь они прям вот пропитаны хорошо жидкостью. О, может, ну, разлиться. И по аромату, вы знаете, такой немножко он, как вот с такими травянисто-зелеными свежими нотками, аромат очень едва, ненавязчивый, едва уловимый. Поэтому по аромату, если, допустим, вы не любите сильно яркие душки, тем более мы используем возле на лице, то есть возле носа, да, и поэтому здесь отдушка, конечно, тоже такая, ну, она, наверное, вот наносишь, почти не ощущается. Я попробовала вот один раз эти патчи, немножко вымазалась, попробовала эти патчи, и вы знаете, что мне понравилось, то, что кожа после использования вот здесь стала на под глазками очень такая эластичная, очень приятная, очень прям вот приятно было касаться потом пальчиками кожи, и немножечко как бы вот взгляд стал светлее, то есть чуть-чуть все-таки высветлило, потому что у меня вот здесь, ну, к темным кругам кожа склонна, и все-таки взгляд стал более открытым, более таким свежим и отдохнувшим, то есть с первого раза я увидела, что патчи работают, и в принципе они неплохо работают, поэтому буду пользоваться, не пожалела, что их заказала. Единственное, конечно, здесь ценовая категория, либо по какой-то акции, либо если вы 100 баллов делаете, вам выгоднее будет взять их. В общем, конечно, смотрите сами. У нас будут скоро акции. Можно будет, я думаю, что по каким-то либо купонам, либо по скидкам их попробовать, если вам это дороговато по цене. Но зато их, девчонки, много. Если так вот разобраться, покупаем, да, вот в серии Пролексир мы два патча, и они там стоили у нас по акции 99 рублей, то здесь 60 штук. Если эту сумму за минусом скидки разделить на 60 вот штучек, ну пусть даже на 30 штучек, да, потому что по два используем, то получается все равно выгоднее и дешевле взять. Я знаю, что девчонки уже где-то писали, что можно заказать, допустим, с каких-то сайтов китайских, но там здесь вы заказали, вам быстро пришло, а там вы ждете, еще неизвестно, как придет и что придет. Здесь все-таки, я думаю, что, ну, наверное, в общем, каждый выбирает для себя, то есть либо он здесь приобретет, либо где-то будет заказывать. Но я все-таки как-то считаю, что вот эти патчи, тем более они неплохо работают, ну, в общем, наверное, стоит их попробовать. Следующее, что у нас в новинках будет, это в серии BioGlow появляется ночная маска-желе.
50 мл. В составе этой маски витамин С, который улучшает цвет лица, придает ему сияние, обеспечивает антиоксидантную защиту, а также витамин В3, ниацинамид и кислородный комплекс Новафтем здесь есть. Я заказала для себя эту масочку в каталоге на 649 рублей. Приходит в такой же красивой, яркой упаковке, как и вся серия. Это ночная маска желе, то есть у нее консистенция действительно такая, вы знаете, как йогурт, немножко такой желеобразный, который на коже превращается в водичку, тает, и вот как водичка по своему действию, по нанесению, мне напомнил гель-трансформер наш, только гель-трансформер, он тоже такой вот консистенция тающая, но он не желеобразная. Здесь желеобразная консистенция немного. И указано, что наносится перед сном на очищенную кожу, не смывается, то есть действует как ночной крем. И здесь в составе есть то, что мне вот, например, понравилось. Здесь экстракт манго. Действительно пахнет манго, цитрусами. Поначалу такой немножко, но он не яркий аромат, но такой немножечко как бы вот, ну, наверное, как мякоть манго. А потом, когда он впитывается, то уже такой свежий, приятный аромат. Вот, вы знаете, как будто вот поели персик, потом вот, вот или манго, да, и вот, допустим, у вас от рук вот этот такой свежий аромат, немножечко с нотками какао, свежести. То есть, так как здесь в составе есть масло какао, поэтому вот, ну, скорее всего, вот на мое обоняние такой эффект получился. И масло манго. Есть здесь также в составе аллантоин. Я думаю, что состав, в принципе, вы можете, я вам вот так попробую, но вам будет не видно. Если что, кому это все интересно, на сайте всегда у нас эта вся информация есть, можно посмотреть. Баночка здесь пластиковая, то есть она не стеклянная, простая упаковка. Как вот у нас многие кремы приходят в таких упаковках. Здесь есть заглушечка. И давайте покажу вам сейчас, как выглядит сам крем. То есть он, я уже два раза им воспользовалась на ночь. Он, видите, вот такой, как, ну, желе немножечко, вот желеобразный. И он вот набираете, даже вот на пальчике, вот это вот водянистость, то есть он сразу тает. Вот как будто такой йогурт, немножко желеобразный. Вот так выглядит крем. Он очень быстро впитывается, хорошо увлажняет кожу, немножечко придает вот такой тургор, эластичность кожи, довольно-таки легкий, немножко подпитывает кожу. Я думаю, что, по-моему, подходит для всех типов кожи. Думаю, что, в принципе, понравится. Утром кожа выглядит немножко такой более отдохнувшей, свежий вид имеет, чуть вот как бы увлажненной, напитанной, поэтому буду пользоваться. Я вот, у меня есть серия BioGlow, но я пока не пользуюсь, вот сейчас вот как раз вот в комплексе буду все пробовать и потом обязательно вам расскажу впечатление. Но мне вот из этой серии довольно впечатлил крем под глаза, то есть там идет он именно от темных кругов, то есть убирает эффект панды. Крем, конечно, отличный в этой серии. Прям понравился. Дальше следующее, что у нас в новинках, это в серии Beauty Lab появляются гидрогелевые патчи и скраб для губ. То есть я поняла, что это одновременный уход. Но я пока не стала, девчонки, приобретать. Как-то редко такими штучками пользуюсь. Пока, в общем, решила повременить. Может быть, потом попробую. Еще у нас в серии Эксперт снова в каталог возвращается программа, то есть это серия, которая предназначена специально, программа Seba Balance для кожи, склонной к жирности, и кожи с расширенными порами. Это шикарнейшая линейка. Обязательно, девчонки, попробуйте. Будет выгодная цена в наборах. Вот здесь вот смотрите внимательно. Если вы приобретаете роллинг гель плюс крем, который борется с расширенными порами, 699 рублей, а если приобретаете 3 продукта, 999 рублей. Роллинг гель я обожаю, у меня вот есть такой же точно, надеюсь, что это тот же самый роллинг гель из этой линейки. Он действует, это складка, имеет гелевую консистенцию, я принесла вам свой показать, не стала пока брать, потому что у меня вот, в принципе, есть и продуктов много, но у меня кожа склонна, комбинированная, склонна к жирности в Т-зоне, поэтому я обязательно возьму. Вот так вы скатываете, наносите небольшое количество на кожу, потом сухими кончиками пальцев, и у вас омыливаются вот эти вот поры, то есть хорошо работает на именно вот ваших порах, хорошо очищает вот сальные железы наши.
И за счет этого кожа прекрасно очищается, потом такой гладкий эффект и не травмирует кожу. Если вам нужен более такой скраб, который вот прям до красноты интенсивнее почистит, то это гель, у нас есть гель-скраб из линейки ICO. Он тоже работает по этому типу, и он тоже, в принципе, хорошо действует, мне он нравится. Но вот этот более такой деликатный получается. В этой линейке крем для сужения пор, наносится на расширенные поры, по-моему, 2 раза в день можно наносить, можно на все лицо, либо на зону с расширенными порами. И хорошая маска для глубокого очищения, маска была с глиной. Маска прекрасно работает, вот маску тоже я обязательно для себя приобрету, но вот чуть попозже, потому что много, просто у меня много этих средств, я вам показываю, и поэтому пока вот не стала приобретать. Еще у нас в новинках в линейке декоративной косметики Glam Team под хэштегом PoBeauty снова выходит новая помада. Помада Glammy, масса 3,5 грамма. В составе помады масло помадного дерева, которое обладает мощным увлажняющим действием, защищает губы от ОФ-лучей и фотостарения. И у нас здесь будет представлено 10 новых оттеночков. К сожалению, девчонки, сейчас почему-то нет пробников. Если были бы пробники, я бы обязательно заказала, вам показала. Но так вы сами понимаете, мне потом их некуда девать. Те, которыми я пользовалась, пользоваться никто не будет. Пункта выдачи у меня своего нет. Поэтому я, если бы были пробники, я бы вам обязательно показала, взяла. Но пока я решила взять на пробу один оттенок. Долго думала, какой тон приобрести. В принципе, в каталоге похоже, но есть немножко разница, потому что здесь, скорее всего, дневное освещение. Я взяла оттенок древесно-розовый 40478. Сейчас этот оттенок у меня нанесен на губы. Вот так он смотрится. Уже снимаю для вас второе видео. Помада хорошо держится. Помада напоминает как такой увлажняющий бальзамчик, но это все-таки не бальзам, это помада. Она хорошо ведет себя на губах, немножко подпитывается, но вот этот вот такой чуть-чуть как бы блеск увлажняющий на губах есть, она очень комфортна. У помады такой немножечко как бы карамельный, наверное, вот каких-то вот карамельных ирисок аромат. Он, в принципе, ненавязчивый, приятный. Здесь, конечно, вы знаете, вот упаковка, она без магнитика, ну, скажем, такой бюджетный вариант, то есть упаковка довольно простая, но содержимое помады великолепное. И вот здесь то, что мне понравилось, вот у нас были как-то по такому типу помады Eye to Eye молодежной коллекции, вот здесь стик ездил, то есть он не фиксировался. А вот здесь вот я прям вам покажу. То есть здесь вот характерный щелчок, то есть вы закрыли, и уже в сумочке у вас вот, пока вы сами вот с фиксатора не снимете, она у вас не откроется. Вот это очень хорошо. Но и сам оттенок древесно-розовый, думала, будет больше коричневого, но он очень красивый, девчонки. Он напоминает тон аметистовая дымка из сатиновой серии. Только аметистовая дымка, она ну, больше коричневинки, а здесь вот такой красивый розоватый оттенок, очень приятный. Я думаю, что этот оттенок будет одним из ходовых. В общем, я осталась довольна. Давайте покажу вам поближе, как выглядит оттеночек. Это древесно-розовый, очень красивый тон. Я прям не пожалела, что заказала. Прекрасно увлажняет. Уже 2 дня ношу я эту помаду на губах, и она себя хорошо, довольно зарекомендовала на губках. Хорошо смотрится. Вот такой увлажняющий вот перелив дает, действительно хорошо ухаживает, не сушит губы. Думаю, что какой-то один оттенок, если вам это интересно, можно попробовать, не разочаруйтесь. И, конечно, она наносится вот, если в один слой, то прям вот полупрозрачно, тоненько. Вот чтобы вот такой был эффект, как у меня на губах, но где-то слоя 2-3 я нанесла эту помаду на губы. Но вот увлажняет она губки очень хорошо, и оттеночек красивый, симпатичный. В общем, это древесно-розовый, так что я думаю, он многим подойдет и будет таким вот универсальным оттенком. Также я вот смотрю, здесь хотела взять глубокий розовый, обратила внимание. И еще вот, не знаю, какой, ну, или ягодный какой-то, я, наверное, из них, может быть, потом попробую. Хотя у нас в следующем каталоге снова новые помады, много набирать не буду. Но для разнообразия еще что-то возьму. В общем, помада интересная, неплохая, понравилась. Я прям могу вам посоветовать, думаю, что вас не разочарует. Следующее, что у нас представлено в новинках в серии La Crème, новая линеечка. Линеечка будет называться, по-моему, у нас
Так, сейчас вам точно скажу. Райские моменты с медом. Если кто у меня спрашивал, что это аналог линейки Майхани, то нет, в Майхани была немножко такая с медом и с восточными нотками отдушка. А здесь она медово-цветочная, такая вот как медовая пыльца. Вот, ну вот что-то вот такое напоминает. Я пока не стала, девчонки, приобретать всю линейку. Решила взять только гель для душа. И сейчас вам расскажу. Здесь, кстати, есть в составе сухое молоко, даже молочные протеины, имена которых нам заявляют. Ухаживающий, вот указано, что медовый экстракт в составе есть. И вот, например, вот этого своего консерванта, который мне как-то в последнее время напрягает, здесь его нет. И давайте я сейчас по вот обонянию, знаете, он такой ненавязчивый, довольно-таки немножко с молочными нотками, с медовыми, но я уже сказала, с цветочными нотками. В принципе, приятная душка. Вот, я думаю, что немножко есть, конечно, такие химозные нотки, но, в принципе, приятный, и он хорошо пенится. Вот здесь вот очень хорошее пенообразование вот в этом геле, и он кремовый. Если вам нравятся такие цветочно-медовые отдушки, думаю, что можно будет попробовать. Я еще для себя хочу потом приобрести из этой линейки мыльцы, обязательно возьму. Мыло, кстати, будет идти бонусом за покупки в каталоге, и обязательно его попробую. Сейчас вот пока почему-то пробивалась по полной цене, я не стала заказывать, решила, ну, я как-то в последнее время всегда так делаю, если вот новая серия такая по уходу, что-то одно беру, чтобы прочувствовать именно отдушку. И в серии Nuki появляется еще одна новинка, это очищающая пенка для полости рта. Она небольшая, 50 мл. Ее можно будет взять с собой в сумочку. И особенно указано, что подходит для тех, кто носит брекеты. То есть обращайте на это внимание. Я вначале думала, не буду заказывать, но потом решила заказать. Все-таки интересно посмотреть, попробовать. И вот, вы знаете, вот такая пенка подойдет хорошо еще как дорожный вариант. Допустим, вы где-то покушали, да, и вам, ну, негде почистить зубки. Вы можете, допустим, в себе в полости рта нанести несколько нажатий этой пенки. Указано, что подержать в полости рта 5-10 секунд, а затем просто удалить из полости рта и не ополаскивать водой. Но я водой ополаскивала. И потом, вы знаете, вот после этой пенки такое какое-то более активное слюна деление идет, но это вот я заметила. Но, в принципе, вы знаете, работает вот как что-то среднее между ополаскивателем и зубной пастой, мягкой такой, очень мягкая пена, вот как будто вот вы уже почистили зубы, вот эта вот пена. И имеет приятный аромат, немножечко вот чувствуются нотки ананаса и нотки мяты, но такой вот не раздражающий, вот как будто вот такого мятно-ананасового ополаскивателя. В принципе, приятное, буду пользоваться с удовольствием, где-то вот с собой взять, да, вот куда-то, если вы там на целый день куда-то уезжаете, я думаю, что, в принципе, неплохой вариант. И для тех, кто, особенно вот подростки, там вот молодые люди часто брекеты носят, то тоже обращать свое внимание, я думаю, что новинка порадует. Следующее, что у нас представлено будет в новиночках в этом каталоге, это стиральный порошок. Он был у нас раньше в твердой упаковке. Он подходит для шерсти деликатных тканей. Мне он очень нравится. Я его со скидкой своей 70% обязательно закажу. Пока не стала брать, но планирую его приобретать. Раньше был очень приятный аромат. Просто надеюсь, что в мягкой тубе. А так, я думаю, что будет действие то же самое. Подходит и колготки постирать, допустим, блузки, платьица, нижнее белье. И он, в принципе, неплохо отстирывал. В общем, этот продукт я для себя приобретать буду. Вот однозначно в следующем заказе буду его заказывать. Но и дальше, что у нас будет представлено в новинках, это, девчонки, снова вернулись в каталог, наверное, по просьбам. Это станки. Вот пока появились станки только мужские, я взяла их для себя, так как я приобретала женские, мне не очень нравились. Поначалу я их не оценила, а потом понравились тем, что они не вызывают раздражения и они не травмируют. Я надеюсь, что мужские будут такими же, поэтому решила взять артикул 9984. Еще одна новинка, которую я взяла, это вот такие у нас будут представлены спонжи. Они пока что идут закрытые, но их необходимо будет размочить в водичке. То есть вы размачиваете в воде, и затем у вас спонж становится большим. Давайте я, наверное, один достану. Попробую сейчас вам размочить в водичке и показать, что получится. То есть я сейчас опущу пока его в воду. Он пока еще твердый. В общем, пусть он пока у меня в водичке вот немножко побарахтается. Видите, вот
О, он прям моментально раскрывается, то есть становится вот кругленьким. Вот таким мягеньким. Очень мягкий спонж, он не пористый, он как губка. Я думаю, что смывать вот остатки макияжа, декоративки будет с лица удобно. Так что обращайте внимание, вот моментально раскрылся, и вот он прям сейчас круглый-круглый, такой большой становится. Следующее, что у нас будет представлено в новинках, это новая коллекция одежды. Я обязательно закажу. Коллекция офис. Мне очень понравились некоторые модели. Это платьице розовое, синее. Это платьице в клеточку, синее. И вот костюм в клеточку тоже планирую заказать. В общем, если подойдет, как сядет, обязательно с вами поделюсь, расскажу. И у нас, конечно же, здесь коллекция деним. Будут джинсы. Не забывайте, что коллекция школьной формы, у кого есть школьники. И в следующем каталоге для новичков будет шикарный подарок. Это стиральный порошок. Это мой любимый кондиционер и жидкий пятновыводитель, что тоже очень-очень удобно будет использовать. И здесь у нас можно будет заказ сделать на 1499 рублей. Но если вы делаете в первые сутки, то еще и вам набор пробников из серии Дом Фаберлик будет в подарок. Ссылка для регистрации всегда есть под моими видео. Пишите свои отзывы, свои комментарии. Всегда рада вашей обратной связи. У меня уже камера садится, поэтому я прям вот спешу вам показать, чтобы все поместилось. Ну а теперь давайте покажу вам еще раз спонж. Вот такой он кругленький. Очень быстро он размяк, и он, в принципе, удобный, он очень мягенький. В общем, я не пожалела, что взяла. Это не такие, как в фикс-прайсе. То есть они, видите, вот он мягкий. Вот такой спонжик. Ну а теперь говорю пока. Всем до новых встреч на канале.